Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Перуна в день. И что-то я заплутал, куда нам вообще дальше идти. Так, в любом случае, мы были в грибном биоме, правильно? Так что возвращаемся туда же, грузив лес. Так, вот здесь, ну, вниз идти больше нет смысла, правильно? Там мы уже были. Там нам не рады. И там мы, по-моему, в тупик зашли, и все. Если есть где-то проход, то он скрытый. Так, здесь мы пробегаем вот так вот, чтобы нас не успели поймать. Да-да-да, вот где-то вот здесь мы были. Вот сюда уходим. О, еще один фонарь, вот это отлично уже. Как ты? Да так это... Слушай, а что с такого расстояния? Ладно, давай первые две атаки вот так. Они стреляют, короче, огнестрельное оружие в этой игре абсолютно бесполезное. Урон очень маленький. Угу. Урон слишком маленький, да и стреляет он очень долго. Смысл от этой штуки здесь я вообще никакого не вижу. Ну бац, ну и чё, и все. Они даже ни разу атаковать не успели. Теперь прикинь, если бы этим мы занимались. Лапти, отличная экипировка. Это что она делает вообще? Лапти. Скорость, о, вот это отлично. Но скорость мы, пожалуй, добавим Яночке, чтобы она побыстрее так... А, у тебя уже есть кроссы. Ну, давайте, ладно. Потому что он и так первым атакует. Ну, нафига еще скорость ему? Сохранимся, пока мы идеально идем. Фонарь давай. Сейчас он нам скажет, что 4 фонаря надо, да? Стоять! Кто идет в лагерь? Лагерь? Бан. Вот это я понимаю, искусство переговоров. Вам их совсем не жалко, да? А что с ним случилось-то? А вы будете на меня нападать? Не, не будет. Ну и хорошо, и в задницу вас вообще. Ой, скелет. Я живой, просто лег в 4 утра. То есть тут еще и шутки будут. Ну ладно, ладно, да, допустим, принимается. Кстати, о, торговцы. Людишки, хотите свежих насекомых? Я сделаю вам скидку. Крыло насекомых. А зачем нам это? Какая-то фигня. О, кстати. А как нам там пройти за сундуком? Ну, колонну не стоит жать, да? Это у нас здоровье заберет просто. Ага, во, не, ну мы слезть не можем. А, по этим. Вот опять же, я не понимаю, по каким мы можем слезать. Каждый раз разное, что ли? Балахон колдуна. Это магическая защита увеличится. Отлично, тебе, значит. Да? Балахон ведуна. А, это обычная защита уменьшает. Да, да, не надо. Тогда оставьте себе. Почему так громко в этой игре стало? Нет, это получается уже не в моих настройках проблема. Именно вот здесь какой-то хрена слишком громко. Так, сундук какой не считается. Необходимо установить мировой порядок как можно скорее. Мы ищем способ наладить связь с другими сообществами. Допробуем присоединить их к империи. Гордость их, да наша слабость в науке мешает нам объединить силы. Так, допустим, приветствую. Юные странники, давай посмотрим. Фрагмент пирамиды, одноразовый. Так, коли прочитаешь эту бересту, то чувственным врагам урону больше дашь. Не для Карин. Понятно, бересту, короче, тут вообще нет смысла покупать. Разве что для битвы с каким-нибудь боссом, но пока я не видел таких боссов, которые бы... Нет, не то. Я с людьми не разговариваю, окей. Против которых бы можно было хоть немного напрячься. Реально, мы хоть одного босса видели? По-моему, нет. Так, там можно сверху слезть с той стороны, окей. Давай, так, так, так. А чё они на нас не нападают? Им вообще пофиг. И ничего, что я в боевой лагерь залез. Опять же, смотри, где-то можно пройти, но где хрен его знает? Ага. Просто наугад надо идти, класс. Так, давай, ага. Балахон, видно, ты чё издеваешься? Ладно. Тогда давай тебе тоже. Не то. Экипировка тебе, что ли? Ну, это обычная защита, но нет, нам этого не надо. Кстати, вот эта вот защита 13, но скорость упадет, это не надо. Мы можем в целом компенсировать скорость одну другой, типа одно ускорение, другое замедление, но нам это, думаю, тоже не надо. Тут мы не пройдем, я понял, а здесь... Закрыто. Ага, там где черепа, это просто закрыто. Спасибо. А ну-ка. Да, это просто закрыто. Это бессмысленно что-то продать. Что-то мне кажется, цены тут будут занижены у них, да?
И что-то мне кажется, не надо им чешую ящеров продавать. Это их немного смутить может. О! Траву мураву. Ну это фигня какая-то здесь. Понятно. Стоп, там записка какая-то была. Типа, кто прочитает, тут умрет? Нет, ничего нет. Ладно, тогда сохранимся тоже на всякий случай, потому что в любой момент они могут на нас напасть. Зачем нам это надо, правильно? А мы просто пройдем дальше. Не пускает. Странно, а похоже на барьер. Я тебе говорю, слишком громко. Громко. А точнее печать. Ты пытался нас убить. Хорошее начало для разговора. Но думаю, вам стоит меня выслушать. Выслушать? После того, как нам пришлось с боем пробиваться на выход из твоих хором. Я не виноват, что гекконы решили стрелять по вам. Я не отдавал такого приказа. А мы там дрались, разве в его логове хоть раз? Ну-ну. Прошу вас, просто выслушайте меня. Мне нужна ваша помощь. Помощь? Давным-давно, когда ящеры жили под землей, по соседству с нами жили нечисть да грибной народ. Грибной народ, когда растили они свои города, их корни часто проникали в наши норы. Нам приходилось договариваться с ними, искать пути решения проблем. Но все было тщетно, и нам приходилось уходить из своих нор, ища новое пристанище в глубоких темницах пещер. А грибы... Грибы смеялись, грибы радовались, что грязные ящеры покидают их обитель. Уже 60 лет прошло, как ящеры свободны от подземных орков. А, да так-то не поменялось ничего. Грузево княжество вновь своими корнями лезет в наши дела. Как видите, мне пришлось собрать поход. Миротворческий, конечно же. Утихомирить их, да отомстить за все, что они сделали нашему народу. Но грибной народ не промах. Грузево княжество ведет против империи войну. Неправильную, хитрую. Устраивают подпольные атаки, скрываются в чащах грибов. Но самое ужасное, что поход на Гуслиград защищен печатью, что не дает никому пройти туда. Воины мои же уже... Извелись тут воевать. А нас это как касается? Насколько я знаю, вы ведете путь в Гуслиград, другого доступного пути туда попросту нет. Вы должны понимать, что главное в управлении княжеством объединяться против общего врага. Вы же заблудшие путники, а значит, силушки в лес колдовской... Силушки в вас колдовской много. Снимите печать и поможете себе и мне. Мы не можем ее снять. Мы не умеем колдовать. Вы будто не знаете, как снимается печать. Каждая печать — дело рук колдуна. Где-то в лесу скрывается такой колдун, что поддерживает ее. Вот только мы не знаем, кто он. Скорее всего, какой-то старик из грибного народа. Если вы сможете найти его и убедить снять печать, я щедро вознагражу вас. Я свое слово держу. Знаем мы, как ты его держишь. Эх, не доверяете вы мне? Поймите же, наконец, что хотим мы с вами одного и то же. Так что вы согласны? А у нас есть выбор, мы просто пройти не сможем тогда. Мы поможем. Что? Карина, ты серьезно? На те же грабли наступаешь. Доверяться мне... Доверься мне, Яна, и ты, Денис. Иначе мы не сможем отсюда выбраться. Нам тоже нужно снять этот барьер, если мы хотим дойти до Гуслиграда. Вот именно. Ну, справедливо, чё. Ладно, только в этот раз мы к нему в гости не пойдем. Значит, вы согласны? О, я очень рад этому. И что нам делать теперь? Почему бы вам не пойти поискать его? Как найдете его, приведете сюда, хорошо? Легко сказать. Может, нам на помощь кого-нибудь из ящеров дашь? К ящеру колдуну и на аршин не подойдет. К ящеру колдун и на аршин не подойдет. А вы сможете втереться к нему в доверие? Ну, понятно, хорошо. Я желаю вам удачи. Сотрудничество с людьми — это основа. Можно сказать, база моего способа управления княжеством. Не забудьте. Будьте осторожны, заблудшие. Ой, не злитесь, что я вот так за вас решила. Не сказал бы, что злюсь, но просто я не очень доверяю, как мы тут всем подряд доверяем. Значит, идем искать этого мага? Идем. Понятно. Ну, я пока не вижу другого выхода. Но нам, собственно, и не показали, есть ли тут другой выбор у нас. Но придется идти. Только что за колдун и куда конкретно идти, фиг его знает. Зачем мы столько фонарей-то зажигали? Я тебе говорю, громко. Давай так, двойная атака.
Давай подниму по нему и двойной атакой тогда по нему. Так, понятно, дальше пошли. Стоп, там сундук был, который я не открыл, или я его открыл? Ни хрена не видно. Так, понятно, давай ты по нему, и ты двойной удар по нему. Кстати, на монтаже в прошлый раз я посмотрел, именно этот пацан бросал, когда их несколько было, камни. Почему он то бросает их, то нет, в чем прикол? Рецепт грибной суп 2. Ага, я прокачал свой навык, что ли, только что по приготовлению грибного супа, что? Или что? Ого, внизу грибов двигается. Так, сейчас надо будет найти костер, проверить. Так, а что мы ищем-то? Короче, мы что-то ищем, а куда идти, непонятно. Вот тут, например, все, что ли, конец? Это странно было бы. Не, ну реально, а больше мы никуда и пройти не можем. Сейчас опять на нас нападут тут. Ну вот это вот грибочка, я что-то не помню тут. Или он тут был? Так, ну тут двигались. Ага, вот этот, давай. Не понял. Не понял. Скорее всего, это явно бот. Но... либо он забагался, либо что. Так, ну мы туда реально пройти не... А, мы вот здесь вот двигались, да? Ах ты, ловушку какую устроил, слышишь? Блин. Тут уже придется сильно атаковать. Да-да-да-да-да. Сейчас он нам изгадит все, что можно. Да не, ну не косячьте. Да вы издеваетесь. Как, ну вдвоем-то промазать? Ну как так-то, а? Вот это вот могила, судя по всему, того чувака, да? Ну давай, давай, что поделать. Блядь. Фонарик. Так, ты атакуй его. Ты его, ну... Если он опять колдовство наложит на Карину, ну жопа, чё. У нее и так здоровья мало. Так, на Дениску, хорошо. Опять же урон сам получает. Из-за чего, почему? Нет, тут разбойники, нам этого не надо. Нам надо колдуна какого-то найти. Так, стоп, а где проход в... Так, я что-то потерялся, реально. Так, ну тут что-то еще было. Догнал. Только не слип, хорошо. Но хотя ничего не известно, что хуже. Стоп, это что? Молния, да. Молния и двойной. Поэтому. Нам надо сначала этих уничтожить, потому что этот пока будет перезаряжаться. Да-да-да. А, то есть ты бьешь дольше, чем он заряжается, да? Плохо. Угу. Красногриб, хорошо. Тут есть куда проход? Ага, во. Здорово, девица красная. Маленький цветочек, что-нибудь скажешь? Приветствую, путники. Возможно, вы думаете, почему посреди леса вы встретили странную незнакомку. Но вы не подумайте, я не из нечисти. Меня изгнали за то, что я все еще верю в богиню Мокош. А староверцев гоняют отовсюду. Лишь здесь мне никто не помешает ее словить. Знаю, что, скорее всего, вам это противно, но не могли бы вы мне помочь построить идолище? Идолище. Мне нужны материалы для постройки, если точнее, слиток серебра, да, слиток стали. Коли у вас есть это, я дам вам награду, посох моей колдовской. О, что магию древнюю вас пробудит. Согласны? Да. Ладушки, буду ждать. А у нас нет? Вам не хватает слитка стали. Подожди, попробуйте что? Сделать его. В любой кузне. Слиток стали. Хорошо, если что, сюда придем еще. Опа, нашли дорогу. Тупо случайно. Не, ну тогда поздравляю тебя. Мы заблудились. Давай, что-нибудь скажешь? Ищите путь на ту сторону? Тогда удачи, я тоже ищу. Так... мы там уже сколько раз были.
Тебе даже дорогу не надо подсказать, да? Ладно. Но как я тогда потерялся, как так вышло? О, кстати. Вон фонарь. Стоп, а как нам фонарь к тому фонарю подойти? Ага, во. И ничего не случилось. Странно, мы уже 4 зажгли фонаря, да? Хм. Ладно, но как так вышло, что мы заблудились? Это непонятненько, конечно. Застрял. А, вы вдвоем, но вы вообще не страшные. Давай так. Интересно, мы хоть куда возвращаемся-то? Естественно, победили. Фиг знает, куда мы хоть идем. Сейчас мы куда пришли? К вам, хорошо. Допустим, тут мы можем... Кстати, приготовить грибной суп мы можем уже? У нас все еще один уровень. Как его, блядь, повысить-то, а? Экипировка, предметы, литература. Грибной суп, уровень 2. Ну, давай тебе. Грибной суп 2. Это что у нас теперь? А, это разные виды грибов можно использовать. Но это нам не помогло от слова совсем. Абсолютно. Как нам прокачать уровень? Хорошо. Отлично. Здоровечко у нас теперь есть. Так, теперь... Телепортнуть нас сможешь? Куда? Давай Красногорск, почему нет? Раз мы все равно тут, чтобы вручную не бежать. Давай сейчас по-быстрому поспим. А, и сталь нам нужна, правильно? О, кстати, здесь можем в кузне попробовать сталь сделать. Нам нужны еще пещеры, если что, правильно? Фиг его знает. Угу. Где они тут? Давай. Да куда вы по кругу ходите? Пещеры, давай. Фу. Сталь, да. Че не так? Уголь нужен, класс. Но это нам в пещеру в любом случае нужно. А где у нас тут пещера? Я-то не помню. Ты помнишь? Пещера, пещера. Кстати, я тут ушел. Заколебешь. Опа, а это что такое? Как мы тут не были? Да с вами и что заморачиваться вообще? Вот так вот делаем и все. Нежданчик, согласен, но в целом мы тут и недалеко. Все ослеплены. А хотя какая разница, это все равно не работает. Работает? Впервые работает, прикинь. Все мимо. Офигеть. Эта фишка начала работать, что ли? В первый раз, когда мы играем, пока мы играем, да? Класс. Замечательно, хотя посмотрим, что... Нет, все равно попадает. Хотя промах. Ладно. Здорово. А ты понял. Тогда до свидания. А что там за надгробие? Так, ну ты ослеплять уже не должна, правильно? Это только разбойник нас ослепляет. Ну 36, конечно, маловато, да. А ты сразу троим бьешь? Это тоже не очень хорошо. Может, нам из нее латы какие-то упадут? Не, чисто монеты. Храм пирамиды у Красногорска. Наверное, храм. А построен был уроженцем пещеры Рейтером. И чё? Просто инфа. Так, меч Велибора. Да. Чё за звук? Какой громкий. Так, давай, у тебя меч Велибора. Во. Теперь двое у нас могут очень сильно бить. 19 урона, кстати. А ты сколько у нас наносишь урона? 18. Кстати. Так еще круче. Стоп, мы не пострелили, что во втором сундуке. Настойка. Вот это, слушай, это лично. Она у нас теперь нормально бить может. Так, это стена, я понял. Кстати, тут залезть... Нет, не можем. А что за стекло такое странное в пище? Ой, а это что за свинья? Черт животный. Не. Так, у нас теперь двое, кто суперсильно атакует. Да? А, что ты первый атакуешь, слышишь? Вот, у нее 82 урон, да? Был только что. Ну, подожди, 82? Реально 82? Нет! Что за...
Легкие латы. Отлично. Предметы. Нет, экипировка. У кого? У тебя тут обычная, да? Крестьянская одежда. Вот. Тебе можно на легкие латы поменять. Но это обычная защита. Подожди, а если тебе? У тебя легкие латы и так, а у тебя... Во, у тебя крестьянская рубаха. Я лучше тебе обычную защиту повышу. Голова, грибная шляпа. Это чуть-чуть повышает. Но это, по-моему, тебе и не надо, да? У тебя синий. Да, это, наверное, редкость. По редкости, правильно, сначала белое, потом зеленое, потом синее, потом красное, ну и в какой-то момент фиолетовое, я не знаю. Наверное, перед красным, может, после красного. Тут вот так вот ты не скажешь. Где пещеры, алло? Ну, вообще не страшно, ну что, что? Давай, ну. Но Скорина теперь мощно бьет, правда, зря. Угу. Да что ж такое? Прям все мимо, что ли? Серьезно? Хорошо, давай по тебе. Ну, как так вообще? Может, ей какую-то сосредоточенность нельзя, не знаю, можно поставить. Ну, как так? Как она постоянно там промахивается? Чешуя, чешуя. Фигня это все. Стоп. Во, а, сундук мы там собрали уже. Давай здоровечко получим. Так, и нам нужен уголь, правильно? Либо сталь. Не туда. Так, уголь или сталь. Ну да, тут мы и фиг к нему пробежим, конечно. Да блин! И все огненные. Ну, первая атака, пускай вот такая будет, потому что, ну, бессмысленно. А, Яна же у нас самая последняя атакует, правильно? Тем более защищен от физических атак. Она-то может все равно магией атаковать, понимаешь? Да-да. Вот так. Ворожба тоже на него. А ты двойной по нему бей. Да как мимо, ну... На кой хрен ей сильный меч, если она... Нет, реально... Ну, скорее всего, тут как-то можно повысить меткость. Ну что за хрень, постоянно мимо? Я не знаю уже, она хоть когда-то попадает? А ну, во, попала, молодец. И что-то еще дали, не обратил внимания. Так, это мы открывали, нам нужны ресурсы. Кстати, и пару... Несколько кирок. Кирок? Кирок надо купить, правильно. Еще. Здесь ничего. Это мы так, конечно, далеко уйдем. А, ну тут еще чувак что-то просил принести, да? Что ты хоть просил-то? И где ты? Не, ну нафиг, мы уже далеко ушли. Это не то, что нам надо, явно. Где ж пещеры-то были? Ладно, мы хотя бы так монет пособираем. Пособираем же. Ну или как минимум ресурсы с этих, правильно? Да, чешуя ящера. Ну, две монеты, конечно, маловато, но... Что есть? Нет, это не то, что надо. Где тут чувак был? Ладно, фиг с ним. Мне нужны пещеры, как бы. Понимаешь, чтобы добыть угля. Нам нужно для нее что-то сделать. Может, это как раз-таки та, которая нам нужна. Железо. Ну, железо у нас уже есть. Да, это лучше, чем уголь, но сейчас оно нам явно не нужно. Явно. Ой, здоровье восстановим. Ну как так? Ну, единственный проход, а? О, и именно эти двое. Класс. Мимо. Причем даже не ноль урона, понимаешь? Просто мимо. Так, возвращаемся, надо быстренько поспать, чтобы восстановить все, и ману, и здоровье. А пещеры мы что-то так и не находим. А где же тут были пещеры, которые рассказывали, заходите, типа, там все-все-все, можете восстановить, что захотите. Значит, не помню. Да и фонарей мы зажгли кучу. Наверное, мы дверь найдем, какую, которая откроется, скажут, вот, нужно фонари, а у нас уже они зажжены, правильно? Давай кирку другую купим. Вот, кирка. За штуку 30 монет. Оно подорожало, что ли? Оно было 30 монет разве за штуку? Ох, ты дохренища. Так, давай-ка в лес нас веди. Так, и тогда у меня вопросики. А куда же нам идти-то?
Стоять. Да-да-да, видишь, они появляются, подожди. Вот, громогриб на всякий случай соберем. А, этот 56 хоть урона, но он хотя бы два раза бьет, видишь? А это 60, но один. Так, куда же нам идти? Мы... Ну, получается, у нас где-то должен быть тайный проход, правильно, который мы не замечаем. А вверху мы ходили... Ну, вверху мы ходили, уже тупик был несколько раз, правильно? Да, тут уже несколько раз были с тупиком. Это точно нам не надо. Ну класс, там и гриб снова возродился. Замечательно. Почти сваншотила. Наверное, Яна добьет, я надеюсь. Правильно? А ну. Янчик, давай. А ты что, вообще забила просто? Ты что, ничего не делала? Куда же мы не сходили еще? Как бы хрен поймешь еще. Говорит, да где-то в лесу ищите. А где в лесу? Тут явно уже ничего нет, правильно? Никаких проходов. По крайней мере, я не вижу. Это мы, скорее всего, вообще случайно нашли. Говорит, вернитесь. Куда мы вернулись? Мы вернулись вот сюда, правильно? Так, наверх мы пройти не можем. Здесь нас ждут грибы. Вверх идти тоже бессмысленно. Давай, давай, давай. Вверх тоже бессмысленно идти. Опять фонарик. Хм, если вверх идти бессмысленно. Справа мы тоже были. Значит, только влево, правильно? Только не на Карину. Фу. Так, соответственно, а куда нам идти-то? Фиг его знает, понимаешь? Я, по крайней мере, не вижу дорожек тут, ни хрена. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Оп-оп-оп, успели. Нужно ли нам вниз? Вообще не знаю. Так, снизу справа у нас что было? Так, она, которая нам как раз-таки сказала, нужна сталь ей. У меня стали нет. Но это, наверное, у Янчика будет побольше урона, правильно? Потому что сейчас что-то слабенько. Так, а если сюда, но слева? Это мы вот здесь вот окажемся. Да-да-да. Это нам тоже не нужно, правильно? Он не знает, как туда добраться. Так, вот здесь вот слева ничего нет. Но куда идти дальше? Все, я заблудился в этом лесу. Ну как заблудился? Точнее... Я вообще понятия не имею, куда нам надо идти. Нам сказали просто найти какого-то старика, правильно, в лесу. Мы нашли одного у речки. Все. Ну, есть у меня, конечно, идея, что к нему через... Его через речку надо позвать. Вот смотри, мы здесь, мы можем тебя вывести. Кстати, ты что, просто стоишь? А ну. В лесу, понятно. Грибной суп, естественно, мы готовить не умеем. Так, допустим, давай сюда пройдем. Потом там еще влево можно будет пройти. Пройдем. Вот, смотри, вот так вот можно его позвать? Типа, дед, сюда иди. Ни хрена себе, а че он за нами такой длинный путь проделал? Это кто такой? А че они за нами такой путь большой... Странные чуваки вообще. Ладно. Допустим. Если что, сюда телепортнуться, мы можем пойти восстановиться пока. А ну, дед! Алло! Уху! Но он нас не услышит в любом случае. Хрена ли тогда от меня нужно? Так. Откуда ты там взялся, слышишь? Какой мудила, слушай, а? Не могу прям. Вообще вылез просто ниоткуда. Ладно. Так, нужно пойти сейчас по-любому ману со здоровьем восстановить. Хотя ману, ну куда? У нас и так в целом очень много, правильно?
Давай так сделаем и все. И, наверное, вот так вот сделаем. Потому что мы уже очень много деремся. И давай тогда там пройдем какую-то в другую сторону. Я не знаю уже. Вот здесь, но в левую сторону куда-нибудь. Вот тут у нас есть проход какой-нибудь, нет? Нет, тут мы никак пройти не можем. Так, а это мы тут снизу, допустим, да? Фиг его знает, все, походу я заблудился. Ну, видимо, это какой-то скрытый проход, возможно, есть. Но, опять же, нафига его делать? Правильно? Чтоб мы его не могли найти. Просто, чтоб мы бегали хрен знает сколько, искали его. У этого, я так понимаю, теперь всегда минус 600 будет. Непонятно почему. Плюс карма, наверное, какая-то. Нам сказали деда найти в горах. Все, какого нахер деда? Ну, по крайней мере, все, что я видел, я тут оббежал. Все, я не вижу тут больше никаких проходов. Так, это мы хоть куда? В Красногорск возвращаемся. А, вот здесь вот был, да? Вот это. Что тебе там надо было? Грибной суп. Да я хер знает, как его готовить. Кстати, во! Землетрясение может. Кстати, а ну-ка, может это ты? Ты разбойник, я понял. Подожди, а если он говорит проблема, а если несколько раз к нему обратиться? Я пугало, понятно. Ясно. Так. Ну хрен знает, может поплывем? И чё? Не, ну по факту все, доигрались. Дальше я уже не знаю, куда пойти. Мы тут обижали все, что можно. Правильно? Нам нужно отправить письмо. Письмо мы отправить не можем. Может, об этом скажем? Давай об этом реально просто скажем. Сейчас восстановимся на всякий случай. Так, хорошо. Пошли вниз. Так, отнеси нас обратно. Славно, да? Дальше, дальше, дальше. Кстати, травушки, муравушки. Мы тебя нашли? Да. Один трава, нет, не то. Она очень свежая. Что угодно. А почему тут не только травы? Почему мне надо из всего списка листать? Аленький цветочек, это не то. Красногорский цветок. Мы так долго можем. Жар цвет. Дурман трава. Настойка папоротника. Ну да, вряд ли это цветок настойка. Трава мурава. Солод. Ну хрен его знает, ты хоть скажи название-то ее. Заколебала. Короче, в жопу иди. Так, нам чё-чё-чё-чё надо найти. Где там столовка была? Во. Его. Но мы не смогли письмо отнести, все. А путники мои дорогие, как ваши дела? У меня к вам есть предложение, не хотите сойти? Ну пошли. Огнестрельным. У меня есть огнестрельное. Твою мать. Ладно, давай. Экипировка, поставим тебе огнестрельное оружие. Где у нас было оно? Вот, стрелковая пищаль. Погнали. А, вот это вы правильно сделали, мои дорогие, что с оружием, с огнестрельным ходите, оно нам понадобится. Только учтите, звери это страшные. А, смородинаконда. Давайте я вас отведу, храбрицы, так. А, да-да-да, я вспомнил, что по следам. А мы не можем сейчас экипировать его теперь? Вернуть на меч, не? О, ну и можем, все, хренали. Так, да-да-да, это мы уже смотрели. Потом следующее у нас. Мы тоже где-то находили. Так-так-так-так-так. Так, хорошо, это мы тоже находили уже в прошлый раз. Кстати, сундук надо как-то открыть. Добыть, ага, сверху это где-то слезть надо будет, понятно. Ладно, окружили, окружили, согласен. Четыре ящера, но это фигня. Ну, почти всех сразу разнесли. Можно Яны, конечно, было бы еще особый удар взять, но я не хочу. Он вряд ли нам много чего нанесет, правильно? А, он даже вообще ничего не успел нанести. Допустим.
пошли дальше. Не, а, застрял из этих деревьев. Давай, так, ну двойной меч, давай по нему, и атака обычная по нему. Как мимо-то? А, у нас такой же, как у Виллибора, получается, меч, правильно? Но минус Каринка пока. Так, блин, двойной удар надо было по правому. Слушай, какого хрена ты колдуешь сейчас? Ты нормально вообще? А вы на кой хер по нему атакуете, если он уже... Вы, наверное, опять по левому будете атаковать, да? Спасибо и на том. И сейчас вот этот справа наколдует. Ну, охуенно просто. И чё? Ты сука какая, а? Это прикол, что ли, какой-то? В чем смысл, я не понял. Он сам, наверное, запутался. Придурочный колдует до хера. Белые времена, когда бог Перун всеми нами руководил, путников казнили или боялся он их. Так, это мы тоже читали. Это я прям помню. Жар свет, давай сохранимся пока. Потому что хрен его знает, к чему это все приведет. Давай, наверное, предметы. Здоровье. Вот жар свет. Сойдет пока что. Так, там нечего смотреть. Угу. Трамблона 5. Так, не стоит ты, наверное, по низу бежать. Давай, ну давай, запарил уже, чё. Так, атака в первую очередь по тебе. Вся атака, что у нас есть. Хорошо, вот если не промахивается, все отлично идет, видишь. 112, нормально. Так, 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 так. И чё, и куда идти? Ну тут мы только появились. Сверху мы, собственно, и нашли. Но там ничего это не дало нам, правильно? Ага. Смородинка. Подожди, вот это вот что у нас? Еще один... Вы бы хотели попасть в наш мир? Не за что у нас погостить, да-да-да. Без колдовской силы ты уже рассказывал. Крестьянская рубаха, обидно. Да твою мать. Обидно. Двойной удар по нему. Ну, я так и понимаю, там плевать, кого уже дальше выберете. В целом, не имеет никакого значения. А, вот. И после этого, по-моему, она потеряла сознание, да, и мы не знали, как дальше продвинуться, да? На этом мы в прошлый раз застряли, или что? Охренеть, он еще и выстрелить успел. И что, он сейчас опять должен заряжаться, правильно? Да я понял, ёпта мать. Предметы, ну класс. Класс, класс, класс. Но Карине я не знаю, что делать. Карина в отключке. А где, есть ли у нас живые союзники? Вот это... Нет, это всех, я так понимаю. А как оживлять? Огненная... Растущая возле огненной. 10 здоровья. Ну, это, наверное, где-то в конце должно быть, да? Дурманными спорами нет. Растет в грузе... Нет, это хрен его знает. Так, аккуратно надо. Смородина. Так, а мы тут пройти не можем. Класс, но она у нас вот так сознание уже потеряла. Что дальше-то еще? Куда еще хуже? Мы уже близко. Зверюга должна быть где-то поблизости в норе своей. А чем вы занимаетесь по жизни, кроме походов? Я прежде всего люблю своих людей. Мой родин... Так, это он тоже рассказывал. Мы тоже... Мы так далеко зашли, что ли, в прошлый раз? Так, нет. Первое, это, естественно, вот этот огненный ящер. Я не хочу у Яны пока что тратить, как видишь, атаку. Магическую, потому что вдруг она нам пригодится еще. Хорошо. Против босса, например. Я так понимаю, тут босс это ящер. Так, а нам тут подняться фиг его знает как. Но это опять же мы... А, Карину восстановили. А что она в прошлый раз через колодец не восстанавливалась? А, фиг его поймешь. Класс, нам восстановили здоровье, чтобы немного отнять. Так, тут у нас что? Говно. Что за странная невеста? То время, когда вы повстречаете богину Мокош. Опа. Обращайтесь в истинную веру, ибо ее перерождение уже давно случилось.
Уходим отсюда, там, где староверцы, даже гадюка водиться не будет. А зачем она была тут вообще? Ну и нахрена мы просто зря, понятно, сюда поднялись, то есть... А что ты сказал, что она где-то близко? Так, еще раз поднимемся, потому что, скорее всего, пока не бегали, здоровье потеряли. Получается, зря мы вверх поднялись. Ладно, допустим. И куда нам идти тогда? А ну-ка. Нет, понятно, это мы зря пробежались по кислоте этой. Может, куда-то прям далеко вправо по кислоте надо пробежаться. Фиг его знает. Не, ни хрена, там конец. Все, там карта заканчивается, там мы уже не пробежимся никуда. Соответственно, это обратно надо идти и искать, где там проход. Правильно? Так, ну допустим, медведя мы хотя бы уничтожим. Ну, потому что с лесом мы застряли, все. Там фиг знает, что делать надо. Опять ты, ну какого хрена ты докопался до нас? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну и тут получается вот так, да? Давай так. Смородина, хорошо. Надеюсь, хоть что-то ценное. Деревянный щит, класс. Но у нас, по-моему, у кого-то из них вообще щита нет, да. Пускай хотя бы так будет. Угу. Предлагаю в левую сторону сразу тогда бежать. Там у нас колодец. Восстановимся хотя бы. Карина в отключке, да? Пошла она в жопу. Вот Карина задрала, она постоянно, но она быстрее всех вздыхает. Она, получается, у нас тут главный герой. Она... Пизда. Ну и все, и что мы с ней сделать должны? А, блядь, Карина заколебала, а? Не, какой стейк? Не заслужили. Так, ну давай, давай, разбойник, затрахали. Давай так. Так, так. Карина реально бесит. Она слишком слабая. Как так, блядь, получается вообще? Почему она такая слабая? Почему других не могут вот так разносить, как ее разносят? В чем прикол? Так, пока мы их победили, у нас не так много здоровья. Давай-ка восстановим 50. Нормально, соточка. Ладно, у вас и так много. Ай, зря на это же место сохранился. Случайно. Так, а вот здесь вот как? Это сверху спусти... Ага, хер там сверху спустишься. Так, и как? Ага. Понятно. Настойка ведуна нам не нужна. Так, вот здесь вот. Кстати, крест. Он тут был разве? Целевовик. Славный мужик был. Жил он здесь, пока река не испуганила всю жизнь его своим приливом. Говорят, что и нас ждет сия судьба, что пока ящеры живы, река будет расширять свои русла. Так, понятно. Они как-то слишком сильно идут и проскакивают каждый поворот. Ага, все, у нас здесь. Готовьтесь, юные воины, мы победим зверюгу ящерскую. Не ящерскую, а змеиную. Да куда ты? О, у Карины здоровье восстановилось. Ты смотри. Надо ей теперь 50 здоровья. Восстанови себе пока что. Подожди, а ты чё? А Денис... А её берут хоть что-нибудь, кроме пуль? Нет? Эй, не трожь братьев и сестер моих. А, ни хрена себе. А зачем нам именно огнестрел говорили взять? 100 здоровья получает. Лечит 100 здоровья получает. Не, это нам не надо. Ах, хер, мы так победим, слышишь? А что тут за оружие-то такое надо? Не, мы лучше сейчас помрем и потом возьмем огнестрел, потому что... Походу, это надо заскриптовано именно под огнестрел, потому что... Ну как так получается, смотри? Ну это нереально. А сколько там надо бить ее? Мы слишком мало здоровья наносим, урона ей наносим. Даже если были бы вчетвером. Я пока не хочу выигрывать. Я хочу именно посмотреть, что будет. Если мушкет. Сейчас возьмем мушкет для Дениса и глянем, что получится. Угу.
Да добивай уже, давай нас. Я хочу глянуть, что получится. Она тупо ноль, ноль, понимаешь? Ноль. Хорошо, так, помер, допустим, продолжить вот с этого момента. Это где мы? Блин, мы уже несколько вещей успели собрать за это время, да? Плохо. Подожди, это же вот так вот делали. Надо будет... Чего? Другой предмет дали какой-то. Экипировка. А что дали? Щит? Нет. Меч какой-то новый. Нет. Одежда нет. Легкие латы нет. Нет. А что дали-то? Может, тебе что-то? Тромбон. Нет, там же пометкой новой появляется, правильно? Мы только что что-то синее получили. Щит нет, маска нет, легкие нет, чистый рок нет. То есть тут рандомно что может выпасть? Но меч влаги тебе явно не нужен. Щит нет, венок нет, одежда. А что дали-то? Ну на тебя экипировку слишком жирно будет ставить. Да-да-да, я про это и говорю. Странно, что-то синее дали, но не написали что. Фу, скорее пролистал. Не успел про... Но я думал, все то же самое дадут. Не, смотри, предметы уже другие дают. Этот приперся, падла. Кстати, предметы. Здоровье. В смысле? Давай вот так. Придется, ладно, на них все закинуть. Теперь сохранение, вот так вот. И перед тем, как на него нападать, надо вот так вот сделать. Экипировка. Дениске. Вместо... Давай... Пищаль вот это вот оружие. Но оно всего 8 урона наносит. Как оно может больше нанести? Выстрел. Ну давай посмотрим. Ладно, хрен с ним. Карина, атака. Ворожа. Так. Умение. Перезарядить. Правильно. Зарядить ружье надо. И она и он просирает, получается, свой шанс на атаку. Класс, Карину сейчас опять вынесут. Я в шоке. Ну ты атака, что еще сделать? Ты ворожа. Ай, куда ты? Ты, ну как раз таки выстрел, да. И ты атака. 40 урона выстрелом. Да, почему-то много урона от выстрела идет по нему. Ну так мы тогда всем могли бы огнестрел поставить в целом. Ладно, другим не надо. Вот ты, например... Фонарик ослепить имеет шанс 50%. Потратить 50 маны, подарит ее союзникам. Наносит отвлечение. Отвлекая врагов на себя, конечно, с таким здоровьем. Снижает шанс врагов попасть по персонажу на 70%. Разброзим. Проворность. Ну, как будто нормально. Давай попробуем. Куда, куда, куда? Ты ворожу используй. А ну-ка, что еще есть? Разряд дает всем врагам разряд. Понятно. Перунова казнь. Если у врага меньше здоровья, чем у пользователя, мгновенно уничтожит врага. Конечно, да. Меньше, ага. А смысл меньше? Надо и наоборот, если больше. Следующие 5 ходов эмоциональность пользователя снизится в 2 раза. Небесный блеск. Наносит громовой урон, снижает магическую защиту. А у нее есть? Мы не знаем-то. Куда? Тогда просто молния. Ну ты опять, видимо, зарядить. У тебя ворожа только одна, да? Ладно. А ни хрена себе она наносит. Слышишь? Урона. Так, а что ты сделала, Карина? Хрен знает, что сделала. Так, выстрел. А ты можешь ворожу использовать? Только не на себе. На себе? Серьезно? Не, ну ты тогда умение давай. Первая помощь, 50 здоровья. Восстанови ему, раз он больше всех урона наносит. Ты тогда умение заряди, а ты, ну, атакуй. Вот отлично. Перезарядил, атаковал. Давай, восстановила ему здоровье. Ты тогда, что там? Ворожа опять восстанови. Нет, подожди, ты кто? Ну да, не, это умение тогда, да? Первая помощь. Окажи сама. А ты можешь восстановить ее, да? Не можешь. Тогда ты выстрел делай и ты атаку. Ай, нога затекла. Кошмар. А. Так, хорошо. Сейчас тогда нечего делать, правильно? Мол, нет, ты тогда предметы возьми, ману себе восстанови. Вот, сама себе, да. Ты сделай умение зарядить ружье и ты атакуй. Да что ж такое? Че он так много сносит здоровья?
Хорошо, теперь Яна. Умение, первая помощь себе в первую очередь, потом выстрел и атака. Что-то больше мощный, конечно. Ладно, умение, первая помощь, давай ему. У него что-то маловато осталось здоровья. Ты атакуй. Видишь, Карина, по факту, она просто все, что делает, сливается в начале. Класс. Получается, просто девочка для битья. Она просто на какое-то время себя убьет и все. Так, первая помощь не нужна. Вот предметы восстановления маны самой себе надо. Выстрел делаем и атака делаем. Мимо. Отлично. Угу. Так, дальше. Ты восстановление здоровья. Первая помощь ему делай. Ты перезаряжайся опять. И ты атакуй. Так, и отлично. Велибору как раз таки понадобится здоровье. Молодец. Так, ты давай. Опять первую помощь. И опять Велибору. Ты делай выстрел, и ты атаку. Но сейчас должны уже выиграть. Угу. Угу. Отлично, осталось совсем чуть-чуть. Ну и все, и остальные все атаки просто... Ага, понял. Просто атаки делайте, все. По факту ружье нам нужно огнестрел, то есть только чисто ради этого босса, все. Навыки нанести яд. Найдено змеевик. Что за змеевик? Ух, ну и сечу мы затеряли. Вы постарались на славу, друзья мои. Давайте вернемся и съедим этого змея. А можно мы не будем это есть? В таком случае я просто приготовлю для вас пирожки. Айда ко мне домой. Нельзя детей себе в дом зазывать. Ну что ж, путники, мы с вами вот на славу потрудились. Давайте выпьем за Гиберборею да за русов. Ваш уровень дружбы с Велибором повысился. Яна получила навык «Малые чудеса», а еще 3 пирога с капустой. Так, где у нас тут выход? Вот он. А, это его дом. Все. Но все равно. Это все, что ли? А что с письмом делать? Как нам его донести? Ладно, давай тогда пока просто сохранимся. И на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. И скоро увидимся.